Вот дорога в школу в поселке Туздубастау. Вот школьникам очень тяжело вообще ходить в школу. Вот такие вот огромные лужи постоянно. Весной, осенью. Вот дети вот еле-еле ходят, перепрыгивают через все эти лужи. Стараются вот максимально вот дойти. Я прошу обратить внимание акимат Талгарского района на данную проблему. Видео снято сегодня, 15 декабря, перед как раз 30-летием независимости, так скажем, республики. Талгарский район, Туздубасталский сельский округ, поселок Туздубастау, 13-я средняя школа. Вот что происходит по факту с нашими детьми.